остались. Слава Скала Комиссаренко и Дмитрий Невзоров на сцене Comedy Club в день знаний. Добрый вечер! Здравствуйте, дорогие друзья! Всем привет! Ну что ж, день знаний, поэтому сегодняшняя наша миниатюра исключительно про образование. Сейчас появилось очень много колледжей, институтов, государственных, коммерческих, с разными сроками обучения. Итак, первая миниатюра про такой институт. Я приемная комиссия, ко мне приходит абитуриент. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, я прочитал объявление про ваш институт. Угу. Я бы хотел поступить на специальность товароведения с очень сильно сокращенным сроком обучения. Прекрасно, вы по адресу. По адресу, да? Да. А какой срок обучения? По этой специальности 15 минут. Угу. Отлично. Хорошо, скажите такой вопрос. А с пропусками как у вас вообще, строго? Строго. Очень строго с пропусками. Понимаю. Недавно понимаю. Был случай. Угу. Один мальчик вышел в туалет на 5 минут и пропустил полкурса занятий. Ну да. Естественно, его выгнали, сейчас пытается восстановиться. Ну понятно, да. Ну естественно. Да, я дело в том, что хотел бы на бюджет поступить. На бюджет вы хотите? Да. Но я вас сразу хочу предупредить, да? Угу. Значит, если вы поступите на бюджет и отучитесь, да? Да. Вам где-то надо будет 9 минут Мозыри отработать. А. Вот так вот. И тогда... Да, вот так вот, молодой человек. Тогда, наверное, кстати, лучше на платное. На да. платное, да? Ну, да, смотрите, просто... значит, сейчас, если вопросов нет, сейчас, значит, без 26, да? Ага. Значит, 6 встречаемся в Журавинке. А почему в 6? Почему в 6? Как почему? У вас выпускной. Спасибо. Спасибо, друзья. Следующая миниатюра. Всем известна такая замечательная программа. Это Walk and Travel USA. Итак, представьте, американский студент приезжает на 3 месяца в Беларусь летом работать по программе «Праца и вандрование в Республике Беларусь Travel». Праца и вандрование в Республике Беларусь Travel? Travel, правильно. Travel. Travel. Добрый день. Здравствуйте. Я студент из Америки. Я хотел бы работать у вас. Какие у вас есть вакансии? Очень хорошие. Очень хорошие вакансии. Да. Вы сейчас в колледже учитесь? Да, я в колледже учусь. Прекрасно. Значит, есть хорошая вакансия. Аккаунт-менеджер по сбору пшеницы в старых дорогах. Оу. Очень хорошая. Замечательная вакансия. Хорошая. А скажите, а рабочий день там? Рабочий день очень гибкий. Гибкий и очень удобный. Да? С 4 утра до без 15:11 вечера. Замечательно. Простите, а почему заканчивается без 15:11 вечера? Почему не в 11? Ну, если тебе ничего покупать не надо, можешь заканчивать в 11. А. Конечно. Хорошо. Допустим, начинается в 4 утра, заканчивается в 11 вечера. А обед? Какой обед? Ну что, мне целый день голодным, что ли, ходить? Ты что, больной? Ешь пшеницу. Ну. Или что тебе мешает? Проснулся с утра, хорошо, плотно покушал. Аппетит же хороший в 4 утра. А, ну да. Ну. Замечательный хороший. Аппетит. Хорошо. Ну, что у вас по поводу оплаты? По поводу оплаты? Да. Очень хорошая оплата. Очень хорошая. Я уже подозреваю, что хорошая. Если будешь хорошо работать, 270 рублей в час. Но если будешь плохо работать, то 260 рублей в час. И даже не пытайся найти в этой системе лазейку. А. Хорошо. Ты же хочешь себе машину купить за лето? Конечно, я хочу приехать домой и купить себе машину. У нас есть тут один конкурс. А. Сельхозхозяйственный батл. О, я наслышан. Можешь поучаствовать. Выиграешь, твое лицо будет на постере, ладони, пшеница, все, слава в рамках одного известного региона. Понятно. Все будет хорошо. Хорошо. С жильем что у вас? Я уже понял. Нет, с жильем я помочь не смогу. Хорошо, а спать где мне? Что тебе мешает спать пшенице? Да, но дело в том, что по договору я должен жить в семье, понимаете? В семье? Да. Ты что, хочешь жить в однокомнатной квартире, где и так живет 7 человек? Ну, допустим. Допустим? Ты хочешь жить в однокомнатной квартире, где из мебели 2 раскладушки, да? Ну, это лучше, чем спать в пшенице, в конце концов. Хорошо, ты хочешь жить в семье, где глава семейства постоянно приходит в 8 вечера пьяный и с какими-то дружками? Да.
Хорошо, держи ключи, иди пока с женой знакомься, я буду в 8 и пьяный. Спасибо. Спасибо, друзья. Дима Размазня-Невзоров. Слава Скала, комиссаренко. Специально для Камеди Клаб.